Всем привет! Ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Электросамокаты – это топовые помощники в передвижении по городу, но с каждым годом они делаются все более быстрыми и опасными, что ли. И вот этот YX1 не стал исключением. Никаких фиксаторов для ног. Скорость 40 км в час, дальность хода от одного заряда батареи 60 км. Максимальный угол наклона относительно поверхности земли 45 градусов. Угол наклона самой доски 15. Неплохо, да? По своей концепции YX1 очень напоминает скутер Audio e-tron. Идея YX1 проста. Стая понятна, в одном устройстве объединены электрический Off-Road Boost Board и самокат, с той разницей, что держаться надо лишь одной рукой. Криолиполиз – научно доказанный метод замораживания жира. Подробнее о нем рассказывать не буду, если кому интересно, потом прочитайте сами. А я пока покажу тренажер, который, если верить производителю, использует этот самый метод для заморозки жира и последующее его смывание уже самим организмом. Выглядит криотон компактно и приятно, подходит для разных областей тела, от живота до ног. Верить ли в это чудо техники решать вам, но я бы не советовал делать все ставки на сжигание жира лишь этим устройством. Без физических нагрузок и правильного питания все равно ничего не поменяется. На вид это самый настоящий трэш. Гигантский наушник с функциями колонки. Так бывает, и это точно не сон. Перед вами огромный наушник, являющийся 100% копией наушника Apple AirPods. Не хватает только кейса и такого же гигантского уха, но это мелочи. Главное удобство – стиль и звук. Из колонки он идет чистый и громкий, без помех и треска, по крайней мере относительно ее стоимости. Это карманный принтер, который предназначен для печати фотографий со смартфонов и планшетных компьютеров. Использует особую технологию термальной печати Zinc, которая способна передать 256 степеней интенсивности каждой цветовой точки. Красивый пейзаж, вкусное блюдо, интересное место – все это можно быстро сохранить на память. Широкая совместимость с самым разным оборудованием делает печать фотографий такой же простой, как и их съемку. А это что-то типа коптильни. В комплекте приходит само устройство, подключаемый к нему шланг, необходимые инструкции, крышка и набор из нескольких вкусов. Вы подсоединяете все элементы, кладете продукт под крышку и проводите туда трубочку. Оставляете на некоторое время и вуаля, все готово к употреблению. Механизм компактный, полезный и способный привнести изюминку в ваше блюдо. Искали интересный пауэрбанк, понимаю, мне тоже надоели все эти стандартные варианты, поэтому я решил добавить выпуск пауэрбанк в виде щита Капитана Америка. Он в точности повторяет всем известный предмет, является ярким, довольно компактным и приятным на ощупь. Объем пауэрбанка 7000 мАч, чего более чем хватит на целый день. Кроме того, аккумулятор имеет два USB порта для совместного подзаряда двух телефонов или любых других устройств, а индикаторы покажут вам, сколько процентов зарядки у вас еще осталось, чтобы вы смогли все четенько спланировать. Дети очень неусидчивы и тяжело воспринимают нудное обучение от взрослых, но хорошо воспринимают обучение во время игры. Разработчики Quancy сделали игрушку с высоким уровнем интерактивности. Игрушка не просто учит ребенка рисовать, но и общается с ним. Робот способен вдохновить и разбудить фантазию ребенка. Вы можете вставить в руку робота фломастер, он отсканирует выбранную карточку своим волшебным глазом и поэтапно начертит простые линии, которые легко сможет повторить ребенок на своем листочке. В итоге у них получится один из красивых рисунков. Кроме того, робот общается, отвечает на вопросы, учит складывать и вычитать, а также стимулирует узнавать больше новых слов. Покупать сегодня на AliExpress становится не так выгодно, как раньше, но у вас есть отличная возможность сэкономить сервисом Мегабонус. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте, затем на главной странице Мегабонус вы найдете магазины с повышенным кэшбэком. Прямо сейчас есть Литуаль, и там можно вернуть почти 12% с покупки, а недавно был AliExpress, кэшбэк составлял до 30%. Чтобы не упустить AliExpress в следующий раз, регистрируйтесь на сайте и регулярно смотрите магазины с повышенным кэшбэком. Активировать повышенный кэшбэк на сайте очень просто, также установить мобильное расширение, вы получите плюс 2 к уровню лояльности, а чем выше уровень в программе лояльности, тем выше кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успейте воспользоваться.
Аэромяч Hoverball поможет вам устроить истинный чемпионат прямо у себя в квартире, не отправляясь на улицу. Различные виды спортивных состязаний, среди которых футбол, хоккей, кёрлинг и так далее, окажутся доступны в домашних условиях. Мяч Hoverball специально разработан для безопасной игры в помещении. По форме аэромяч представляет собой полусферу, которая с помощью мощного вентилятора парит на воздушной подушке над поверхностью пола. С летающим мячом можно играть на любых гладких поверхностях, включая ковры с небольшим ворсом, деревянные полы, линолеум, ламинат, паркет и ковролин. Это конструктор SpiderBot для изучения многокомпонентных робототехнических систем. Он представляет собой программируемого робота с 18 настройками. Управляется устройство через приложение на Android либо iOS. Кроме того, у робота есть специальный контроллер, совместимый со средой Arduino. С ним можно заниматься программированием на Scratch и C++. В базовой комплектации робот способен двигаться по линии, следить за объектом, а также распознавать цвета, звуки и тому подобное. Это умный чемодан BlueLED, который имеет стильный дизайн и установленный вовнутрь моторчик. Чемоданом можно управлять дистанционно, при этом он оснащен двумя USB-портами, а также удобной стандартной ручкой. Максимальная скорость чудо-аппарата 13 км в час. Также он может поворачивать на 360 градусов. Zenko S Pen – смартфон, который выпускается в виде большой шариковой ручки. Из-за малых габаритов дисплей здесь не очень большой, но зато остальные элементы оказались на своем месте. Здесь имеется две камеры, радио, аппаратные кнопки для набора, а также лазерная указка, функция изменения голоса и даже диктофон. Мягкий кончик приспособления можно использовать в качестве стилуса для управления сенсорными экранами. Поддержка Bluetooth позволяет сопрягать устройство с большими смартфонами. Батарея обладает емкостью 400 мАч. Имеется поддержка внешних карт памяти. А это оригинальные часы, сделанные по картине великого Сальвадора Дали. Как будто расплавленные солнцем, они создают невероятный эффект благодаря своей форме. Создается полное впечатление, что они медленно стекают по поверхности, не обращая внимания на законы физики. На примере этих часов мы можем наглядно увидеть, как в буквальном смысле утекает время. Работают они на батарейке, которая не идет в комплекте, так что позаботьтесь о ней заранее. Ну а о следующем товаре я даже не знаю, что сказать. Вся его суть понятна с первого взгляда. Это USB-дезинфектор, который подключается к вашему мобильному устройству как флешка и излучает ультрафиолет, который, по словам производителя, убивает 99,9% микробов. Насколько эта цифра достоверна, я не знаю. Меня все же не убеждают эти размеры и принцип работы. Но быть может, я заблуждаюсь и устройство реально отлично работает. Наверное, надо проверить. Запатентованная конструкция ключа Bionic устроена так, что при сжимании рукоятки в рабочей зоне выдвигаются фиксирующие элементы, которые надежно зажимают шляпку болта или гайку. Таким образом, вам не нужно постоянно менять ключ на подходящий. Этот универсальный боец справится с любой задачей. Кроме того, он имеет удобную резиновую рукоять и приятный внешний вид. YA-Cup – это умная кружка на любой сезон. Ей одинаково удобно пользоваться летом и зимой. Она позволяет вам через специальное мобильное приложение быстро регулировать температуру напитка, а также удерживать ее на протяжении всего дня. Кружка может подогревать или охлаждать жидкость. Когда ее температура достигнет установленной, нам придет уведомление на телефон. К тому же компания EOUS дополнила свой девайс такими полезными функциями, как встроенный аккумулятор для подзарядки гаджетов и модуль для отслеживания местоположения. Ну а что, мало ли кто украдет ваш кофе, а так вы быстро его найдете. А эта штука является весьма актуальным решением проблемы плохого обзора через боковые зеркала заднего вида автомобиля или мотоцикла. Аксессуар представляет собой комплект сверхтонких пленок, толщина которой составляет 0,15 мм. Пленка имеет специально разработанную влагоотталкивающую поверхность, благодаря которой управление транспортным средством в дождь, снег или туман становится лучше. Жидкость просто не накапливается на поверхности пленки, а стекает, оставляя отражение без помех. Пленка клеится очень просто, а впрочем, вы и сами все видите. Зачастую, гуляя по улице, хочется сделать крутую фотографию местности или предмета, находящегося вдали. Однако увеличение камеры недостаточно. Если ситуация вам знакома, то имейте в виду вот такой вот компактный аксессуар. Он называется Apexel и представляет собой 100x-овую насадку. Она не размывает картинку, сохраняет высокое качество съемки и обеспечивает обещанное увеличение. Все очень быстро и просто устанавливается на смартфон, а также не портит его корпус и саму камеру.
Согласитесь, когда вы путешествуете с тяжелым чемоданом, не хватает какого-то помощника, того, кто бы мог подтолкнуть вас с одной точки аэропорта до другой. Именно с этой задачей справляется вот этот красавчик. Он представляет собой гибрид чемодана и самоката, общий вес которого едва превышает 6 кг. Управление им основано на перераспределении веса, поэтому, чтобы поехать вперед, нужно наклониться в соответствующем направлении. Вместительность, кстати, у него тоже шикарная, целых 33 литра. Об этом ноже, думаю, наслышаны многие. Встречайте нож-кошелек от Gerber. Изделие небольшого размера, примерно с кредитную карту. Под кошельком здесь подразумевается наличие зажима для денег, позволяющим закрепить до 5 банковских карт, либо пачку сложенных купюр. Металлическая основа играет роль ножен для небольшого ножа, для размещения которого она имеет специальный кармашек. Длина клинка 44 мм. Растяжка – основополагающая вещь совершенно в любом виде спорта, однако порой сделать качественную растяжку мышц ног довольно проблематично. И если вы сталкивались с такой проблемой, то вот вам решение. Это Dorsiflex, механизм, который позволяет подогнать пропорции под свою ногу и сделать идеальную глубокую растяжку. Он довольно компактный, быстро и легко складывается, а также мало весит. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.